Опять кто-то переехал сюда. А, ну кто-то там ходит, опять ходит, бродит, шпионы проклятые. 100% хотят меня убить опять после войны, никак меня отпустить не могут. Каждый раз тут кто-то новый ходит, опять кто-то его заслал, ФБР, СБУ. Ай, что-то надо с ним делать, что-то так оставлять нельзя, шпионы проклятые. Ну ладно, я еще увижу, кто это такой. Разберемся, ненормальный какой-то там ползает. Ладно, ладно, я еще наведаюсь к нему. Ага. А сосед, открывай! Сосед, давай знакомиться! Сосед. Какие знакомиться? Какие... Шпион проклятый, а? Шпион? Отвечай! Нет, я не шпион, я во что вы сосед? Это... А как вас зовут? Какие зовут? Ты вообще знаешь кто? Я генерал-младший лейтенант, а ты кто такой? Я такие, как ты на войне надула пулемет, осадил, жопу раздирал. Ты кто вообще такой, а, малец? Меня Женя зовут, я тут... Приехал к вам, я тут только, знаете, хотел спросить про лайки. Где у вас тут лайки можно приобрести? Я тут не местный просто. Нигде нету лайков, только у меня есть лайки. Я получаю их, не отдаю. Вот у меня куча лайков вот сейчас прям есть. Но я их никому не дам, так что уходи, шпион проклятый, уходи отсюда. Да в смысле? Ну я хотел познакомиться, может там на чашечку чая. Какую чашечку чая? Кто тебя прислал, шпион? А ну уходи отсюда. Ну ладно, хорошо, я тебе домик пошел достраивать, хорошо? Ну пошел отсюда, шпион, а ну уходи! Да, тихо, извините, генерал. Ходят тут! Генерал Эдуард, откройте, пожалуйста, я... На одну минуточку. Опять шпион пришел, что тебе надо? Я тут, а вот, урода на одну минуточку, мне тут ресурсы для дома нужны, а то видите, какое развалюха у меня там. Ну, а я тут при чем? Я-то тут при чем? Я тебе что, строитель? Я в армии служил! Чё ты от меня хочешь? А ну пошел генерал сюда! Генерал Эдуард, ну пожалуйста, ну мне немножечко совсем нужно там достроить. Шпион, а ну стой, а уйди, стой тут, ща что-то найду. Стой там, стой, не шевелись. Это двери закрыл! Да, я не смотрю. Сейчас, говно в корзине, так, доски, тут доски, там доски, доски нужны? А куда ты зашел? Да, нужны. А ну, отойди с моего, на тебя доски, проваливай, шпион, проваливай, дом себе строить. Хорошо. Так, его взорву скоро. Да, все, домой иди. Хорошо, я иду. Я вижу. Я иду домой, строю. Что это такие за могилы? А генерал Эдуард, а что это у вас тут за могилы? Какие могилы, какие? А бабуля там моя покоится, там собачка, там Маруся и бабуля. Ничего тебе надо, ну пошел отсюда, не смотри на бабулю. Пошли, пошел отсюда. Странные у вас могилы, генерал Эдуард. Ладно, спасибо большое за ресурсы, пошел строить, спасибо. Пошел, не возвращайся, шпион. Что-то там роется, что-то куда он идет, куда он пошел? А ну нет, только не к могилкам. А ну что он там? Ролинку, он карточку мою нашел! Ай ты паскуда, шпион проклятый, бабулю не трогай! Ай пошел. Он что-то точно знает, что-то точно увидел, забрал карточку. Ладно, шпион. Он танцует там радостный, карточку стараторил, сейчас пошел домой. Ладно, сейчас разберемся с ним. Ага, паскуда, ты что думал, я не знал, ты сюда придешь? А, вот откуда ты карточку стыбил. Шпион проклятый! А ну пошел! Нет, пожалуйста, не пейте! А ну пошел отсюда, шпион проклятый! Не сюда, сюда пошел! Пошел! А это что такое? Бинокль, я ж военный, ты что, дурак, вот на птичек смотрю, там любуюсь небом. Ага, это... а почему тут какой-то лазер горит в мою сторону? Это птичек привлекает, чтоб всякие тут голуби летали. Птичек, значит, да? Значит, лазер прицелен на мой дом. Да просто чтоб птички там летали, а ну, малец, пошли на кухню, я тебе печеньками угощу. Пошли. А ты забудь про этот лазер, это для птичек. Пошли, малец, садись. Странный вы генерал, Эдуард, очень странный. Генерал, садись, малец, да, давай. Что будешь? Хлебушек с маслом, может, или еще что-то? А? Я бы вот курочку ответил. Какую курочку? Я на войне глину с окопом жрал! А ты курочку хочешь? Ну ладно, курочку. На тебе курочку, раз так. На ку... Еще что будешь? Что будешь? Тут у меня... Тут ничего нету. Еще что будешь, малец?
Да, больше ничего не буду. Все, покушал? А ну давай уматывай отсюда. А ну пошел отсюда. А что это за сосиски? Висят, можно сосиску съесть? Сосиску нельзя, еще не готовые сосиски, не видишь, висят тут. Ай, малец, а ну пошел отсюда, малец. Не бей. Я знаю. Пошел отсюда, пошел. Можно еще что-нибудь посмотреть? Ай, ну я не знаю. Ладно, садись сюда, смотри телек. Телевизор. А включите телевизор, включите. А, вот смотри. Генерал Эдуард, а можно мне чайку, пожалуйста? Я вот люблю под фильмы чаек пить. Чайку, курицу. Я на воне мочу собственную пил. А тебе чаек надо, ладно. Чаек тут. Чайка нету только. От... Чайка нету, вино есть. А, ну аж пёрт. Спасибо за карточку. До свидания, генерал Эдуард. До свидания. Карта. Нет, не бейте. Не бейте меня, только не бейте. Всё это моя территория, мой дом. Ай, шпион проклятый. Ладно, ладно. А, еще одну карточку у меня стыбзил. А, что-то тут не так. 100% непростой малец. Если он узнает мой секрет, то это будет плохо. Раскусит весь мой план, весь мой план. Нельзя, чтобы он все это узнал. Нужно с ним что-то будет сделать. Ладно, дождусь, пока опять сюда придет и закокошу его просто. А, ладно, ладно, пойду подремаю, пока он там ходит, бродит. Ай. Дед Мороз, да, это ты, малец, да? А ну... Хо-хо-хо, я Дед Мороз. Конечно, Дед Мороз, вылезай сюда, малец. А ну давай свалю. Так, где моя пушка? Где моя... Я Дед Мороз, ты все перепутал. Ты куда пошел? Нет, Дед Мороз. А ну уматывай отсюда. А что это такое? Сувенир. Малец, успокойся, это сувенир из Сарка. Я сейчас убью. Увидел мои сувениры с армии? А ну давай, а ну проваливай отсюда. А ну проваливай отсюда. А пушечку можно оставить? Ай, не знаю, только не эту, только давай поменьше пушечку, на вот эту, отдай мне вот эту, отдай. Ага, пока, пока. Пока? Пока? Ладно, не стрелять. Пушку отдал. Идите. Да, и вот эту, и все, проваливай отсюда, пока башки свои не лишился, а проваливай отсюда. Куда проваливать? Вниз, давай, тебя отвезти. Туда? Нет, ты что, дурак через окно прыгать? Вниз, как человек будь. Пошли, все. Вот, там дверь, выходи и проваливай. Все, малец, пока. Где? Там где-то? Да. Как? Ты ж пас... Нет! Я таких, как ты... Пока, спасибо за пушку! Шпион проклятый. Наконец-то настал этот день. Взорву этот город к чертям собачьим. Полно шпионов, полно всяких тут тварей, которые за мной охотятся. Не могут меня оставить никак в покое после войны. Еще этот сосед. Ах, никак не успокоится, подонок мелкий. Шпион 100%. Ладно, я оставлю. Пускай пройдет. Пускай все увидит, что у меня там есть. Мне кажется, он не обрадуется, что сейчас произойдет. Да, малец, правильно. Правильно ты нашел мой тайный проход. Да. Да, правильно иди туда, да. Последний твой день на вот этой земле. Зашел? Да, зашел. Ну что, малец, попался? Нет, пощади, пожалуйста, нет! Нет! Конечно! И ты тоже взлетишь! Зря ты сюда переехал в этот город. Я давно планировал взорвать его полностью. Ты чертов псих! Ты чертов псих! Выпусти меня отсюда! Взрывай сколько хочешь, но пощади меня, пожалуйста! Не, чувак, не малец! Прощайся, твои последние слова, а? Пощады, пожалуйста, пощады, у меня мама есть. Трус, и так не можешь даже признаться, что ты шпион на ФБР работаешь. Я больше не буду, я не шпион, я просто тупой, зачем ты сюда залез, пожалуйста.
Нет, чувак, нет, давай. Пока, чувак.